Попробуй, а? Майло, копы не видят сквозь стены. Дошло? Да? Так оторвись от них! Наконец-то копы отстали. Из-за тебя копы эту тачку теперь знают. Здесь есть гараж Лантос. Покажу его тебе на карте. Мы возьмем другую тачку, которую полиция не знает. Когда у нас будет новая тачка, не свети ее перед копами, ладно? Просто доставь нас на вокзал Каталуния, понял? Así que dicho, si oigo otra de sus canciones, me voy a casa. Думаешь, ты меня раскусил? Ни черта ты не знаешь. Ты не знаешь, что у меня есть. Узнаешь. В городе кое-что изменится. Только не из-за тебя. Паоло мне только мешает. Он мне не нужен. Думаешь, я всегда слушаюсь Паоло? Гирестуэдо. Жди здесь. А как же следить? Следи отсюда. Я поищу место. За ними! Денга! Что, планы изменились? Давай, рули, рули! Давай поближе! Я хочу сделать точный выстрел! Любуйся! Я тебе покажу, как это делается! Видал, как я стреляю? Повезло тебе с учителем! Один есть! Ха! Остались еще два! Ринга, давай! Они меня запомнят! Не дай им смыться! Никто не знает, что у меня на уме. Все сдохнут, а я буду править городом. Вот где я круче всех. Отлично. Вот так и держись.
Я их вынесу! Тарани! Да! Ха-ха! Посмотрим, что там у последнего! Жми! Слишком быстро гонят! Надо стрелять по шинам! Аюда! Еще раз, и он уже никуда не уедет. Это его притормозит. Мы говорили тебе не лезть, Филипп. Надо убрать стрелка. Давай, давай, давай! Тебе это, Эль Пуматре! У меня большие планы. Этого никто не ожидает. Пусть подваливают. Я их всех на тот свет отправлю. У них тачка тяжелая, ее не протаранишь. Мне надо шлепнуть водилу. У меня большие планы. Этого никто не ожидает. Ёрзай! Я их достану! Водитель! Мне нужно завалить водителя! Тачка вся покоцанная. Пора менять. Все сдохнут, а я буду править городом! Пешком мы не пойдем. Найди, на чем доехать! Да! Ха-ха! Посмотрим, что там у последнего! Жми! Слишком быстро гонит! Надо стрелять по шинам! Периликус? Ага! Попал! Еще раз, и он уже никуда не уедет! Это его притормозит. Мы говорили тебе не лезть, Филипп. Надо убрать стрелка. Как тебе это, Пуматры? Пусть подваливают. Я их всех на тот свет отправлю. У них тачка тяжелая, ее не протаранишь. Мне надо шлепнуть водилу. Вот почему никто не связывается с Филиппо! Да! Да! Кто следующий? Филиппо Леала не остановить! Что? Нет-нет, я всех сделал! Что? Как? Нет-нет, все под контролем! Где он? Я же сказал, я все учел! Один ушел, бастардо! Он в переулке позади Дел Лисео. Остался только один, надо им заняться.
Давай, пора с этим кончать! Надо его упаковать, а то будет нам потом гран-проблема. Хорошо, Буэно. Они прямо перед нами. Дай-ка я с ним разберусь. Хоть Паула и сказал, то дерьмо забыть. Я не забуду. Зря. Тебе же хуже будет, Филиппа. Спину береги. Берегу, берегу. Эй, Майло, болтают, что ты Филиппа Леала краном прижал. Веришь всему, что слышишь? А тебе? Всегда. И как сладкий кусочек, что я тебе подогнал? Сладкий, да. Гонка, стрельба, как обычно. Я говорю про сладкую... Девушка, знаю. Наверняка ты уже слышал. Моя работа — слушать. Слушать всякую... А Филиппа еще что-нибудь слышал? Что? Опять краном предаешь? Слушай, найди Сорина Теодора. Второй человек у Румын. Точно. Проверь Орвел Плаза. Слышал, Мика Мордатый там дергался. Решил сам работать. Они с Филиппой разбежались, но он знает, где его найти. Я твой должник, Эдриан. Хочешь отблагодарить? Покажись на уличных гонках. Люди о тебе слышали. Взглянуть хотят. Я подумаю. Ты опоздал, Майло. Шиш тебе с маслом. Ты впрямь турист, Майло из Майами.